Важность пожарной безопасности нельзя переоценить. Огненная стихия способна причинить немало вреда для имущества и жизни людей. Защитить себя и свой дом поможет извещатель пожарный тепловой. Это начальный элемент безопасности в общей системе предупреждения пожаров. О том, что это за датчики, как они устроены и какого типа бывают, мы расскажем в нашем новом материале. Принцип работы. В общем, извещатели работают по принципу термостата. Постоянно меряют температуру в помещении и реагируют, если она превышает пороговое значение. Применяются в тех случаях, когда монтаж детекторов другого типа невозможен или нецелесообразен по целому ряду причин. Так, например, эти устройства могут работать, если помещение постоянно в пыли, загазовано, с пониженными температурами или окружающая среда слишком агрессивна для детекторов огня другого типа. Способность устойчиво работать в помещениях с агрессивной средой – это основная причина популярности применения таких девайсов в промышленности. Типовые тепловые датчики выпускаются как одноразовые, так и многоразовые. Температурные датчики одноразового действия устанавливаются в небольших по площади помещениях. Понятно, что в чрезвычайной ситуации чувствительный элемент больше не пригоден к дальнейшему применению и требует замены. Датчик температуры многоразового действия нет смысла заменять после каждого сигнала о пожаре. Чуткость противопожарного оборудования и его своевременное срабатывание зависит от того, как работает пожарный извещатель. Устройство датчика температуры включает блоки, реагирующие на изменение уровня тепла, в схему передачи сигнала к пускающему устройству. Устройство датчика температуры. В схемах устройства используются различные принципы реагирования на рост теплового фона, в том числе колебания уровня электрического сопротивления в цепи под воздействием нагрева, изменение потенциалов в месте соединения двух металлов с различным коэффициентом нагревания, изменение формы и размеров термочувствительных деталей, увеличение объема газа или жидких веществ при их нагревании, колебания упругости материала под воздействием температуры, сгорание или плавление вставок, не допускающих замыкания цепи в одноразовых датчиках, нарушения в электромагнитном поле. В интегральных приборах, реагирующих на резкое изменение температуры, схема работает благодаря наличию двух элементов внутри помещения и снаружи. Показания, импульсы от них подаются на дифференциальный усилитель. Обычно разница температур стабильна и обеспечивает незначительную силу тока в цепи. При резком росте теплового фона в одном из устройств охраны сила тока мгновенно увеличивается и достигает уровня, способного активировать сигнализацию. Плюсы и минусы температурного датчика пожарной сигнализации. Любые технические устройства обладают определенными преимуществами и возможными недостатками. Тепловые пожарные извещатели не являются исключением. В списке достоинств можно рассмотреть следующие характеристики: отсутствие чувствительности к повышенному уровню запыления конструкции датчика и общей влажности в помещении, легкость монтажа, простота настройки системы, а также возможность индивидуальной замены вышедшего из строя датчика, невысокая цена, длительный срок эксплуатации, низкое потребление мощности, помехоустойчивость, отсутствие необходимости частых технических проверок системы. К списку недостатков можно отнести лишь пару факторов: в редких случаях из-за технического сбоя датчик может отправить ложный вызов на пульт дежурного пожарной станции, высокий уровень инерционности. Классификация, типы и виды температурных датчиков. Тепловой пожарный извещатель является незаменимым устройством, способным определить значение естественной температуры в помещении и скорости ее изменения в большую сторону, что говорит о возникновении пожара. Это определение идеально подходит к пороговым извещателям, которые самостоятельно определяют возможность возгорания, оценивают ситуацию и подают сигнал тревоги. Именно такие модели пользуются популярностью при установке системы пожарной безопасности. Современные модели тепловых извещателей разделяются по нескольким классификационным признакам, а именно: по типу чувствительных элементов. При изготовлении отдельных моделей термодатчика используются различные материалы. Термосплав. Конструкция представляет собой два металлических проводника, спаянных между собой. При повышении температуры место спайки размягчается, и металлические элементы разъединяются. Терморезистор. Под воздействием высокой температуры меняется электрическое сопротивление полупроводниковой пластины. Оптоволокно. Увеличение температуры влечет изменение оптической проводимости. С одной стороны оптоволоконной конструкции располагается фотоэлемент, с другой – генератор сигнала, оповещающий о задымлении.
биметаллические элементы. Под влиянием температурных колебаний прямая линия используемого материала изгибается и меняет свой размер. По виду обнаружения возгорания тепловые пожарные извещатели имеют различия по способу сканирования зоны. Точечный. Представленный датчик реагирует на увеличение температуры на определенных участках. Чаще всего чувствительным элементом в конструкции устройства является терморезистор, чуть реже устанавливают биметаллические пластины и термопару. Многоточечный. Этот тип извещателя имеет несколько одноточечных детекторов, соединенных шлейфом и подключенных к общей системе пожарной безопасности. Линейный. В основном применяется для выявления очагов возгорания по всей протяженности детектора. Термоэлементом служит оптоволоконный кабель, меняющий свою проводимость в результате увеличения температуры в помещении. По конструктивному исполнению. В этой классификации тепловые пожарные извещатели подразделяются на два типа. Стандартные модели. Их основной характеристикой является степень защиты оболочки по ГОСТу. Модифицированные конструкции. Данные модели извещателей имеют особую взрывозащищенную оболочку. По характеру контролируемого признака возгорания. По способу контроля температуры противопожарные извещатели разделяются на несколько видов. Извещатели тепловые максимальные. Датчик срабатывает при изменении температуры в помещении согласно заданным параметрам детектора. Дифференциальные экземпляры и термодетекторы с дифференциальной составляющей. Они чутко реагируют на скорость увеличения температуры в помещении. Термические элементы представленного типа имеют две сверхчувствительные вставки. Сигнал тревоги пожарной безопасности подается при достижении максимальной разности показаний термодетектора. Комбинированный дифференциально-максимальный термодатчик. Представляемая разновидность включает в себя особенности и возможности первых двух типов извещателей. По инерционности. Классификация инерционности устройства является временной характеристикой, которая способна определить задержку перед подачей тревожного сигнала в момент достижения максимальной температуры заданного значения. В современных моделях пожарных извещателей со встроенной электронной системой инерционный показатель необходимо устанавливать самостоятельно. При выборе задержки лучше всего использовать общепринятые стандарты, например, 5 секунд, 10 секунд, 30 секунд или 1 минуту. По типу питания. Тепловые пожарные извещатели разделяются по способу подключения к питанию. Автономные, также их называют радиоканальные. Данное устройство получает питание за счет заряда обычных батареек. Автономные агрегаты оснащены модулем, отвечающим за перенаправление поступаемого сигнала от одной точки радиоканальной связи. Питание по шлейфу сигнализации. В данном случае питание поступает с приемно-контрольного устройства. По этому принципу работают стандартные пороговые модели. Адресно-аналоговые сигнализации подключаются посредством четырех разъемов, два из которых отвечают за передачу информации на приемно-контрольные устройства. По оставшимся разъемам проходит электропитание. По виду формируемых сигналов. Последняя ступень классификации позволяет распознать вид формируемых пожарными извещателями сигналов. Адресные. Тепловые пожарные извещатели производят передачу информации в контрольно-приемные агрегаты посредством подключения через шлейф. Безадресные. Для подачи тревожного сигнала в конструкции датчика происходит замыкание или, наоборот, размыкание цепи. Аналоговые термодатчики. Представляемая разновидность оповещателей создана для передачи информации о температуре в контролируемом помещении с небольшим интервалом времени. Как выбрать тепловые пожарные извещатели? К выбору тепловых извещателей следует подходить крайне скрупулезно. Эти устройства имеют равное значение по важности с датчиками дыма. Для установки пожарной сигнализации потребуется пригласить специалистов, так как самостоятельно произвести монтаж очень сложно. Установка сигнализации и всей периферии проводится на основании схем, которые отличаются по типам устройств. Взрывозащищенные тепловые извещатели обладают металлическим корпусом. Такие модификации используются в промышленных зонах. В случае установки пожарной сигнализации на территориях складских помещений, следует применять модели с термокабелем, который соединяет точечные извещатели в одну цепь. В помещениях с большим скоплением людей, где высока вероятность возгорания, следует использовать линейные или дифференциальные модели извещателей, которые могут быть соединены между собой термокабелем или обычным шлейфом. Как подключить температурный датчик? При установке тепловых пожарных извещателей следует отталкиваться от места их расположения, а также необходимо определиться с количеством датчиков, которые устанавливаются в одном помещении. Периферии устанавливают совместно с дополнительными устройствами, определяющими другие факторы возгорания.
при установке точечных извещателей следует помнить, что их расположение должно быть непосредственно под перекрытиями. В некоторых случаях можно прибегнуть и к другим вариантам установки, но осуществить их будет крайне сложно по техническим причинам. В редких случаях разрешается установка точечных извещателей на несущих конструкциях. Тепловые датчики, устанавливаемые на стенах, должны располагаться на расстоянии в 50 см от угла. Кроме того, в точках размещения датчиков необходимо изучить некоторые критерии, а именно, высоту потолков и форму перекрытий. Нестандартные способы монтажа требуют дополнительных расчетов. Согласно нормам пожарной безопасности, при строительстве здания обязательно учитывается прочность конструкций, на которых датчики будут надежно и устойчиво закреплены. Подключение сигнализации производится посредством соединения с питанием, которым могут стать аккумуляторные батареи либо стандартная электрическая розетка. Важное условие. К точечным излучателям должен быть свободный доступ на случай проведения технического осмотра и при необходимости ремонта. Запрещается устанавливать точечные извещатели на расстоянии в 50 см от осветительных приборов. Правила эксплуатации датчиков температуры. Процесс использования любых видов систем пожарной безопасности не требует особого внимания. После качественной установки достаточно лишь своевременно осуществлять техническую проверку оборудования и при необходимости проводить мелкий ремонт. При строительстве современных сооружений чаще всего используются максимально дифференциальные модели, которые занимаются тем, что контролируют скорость изменения температуры. Каждый отдельный пожарный извещатель настраивается по индивидуальным особенностям расположения. Например, в комнате с предполагаемой возможностью пожара требуется установить усредненное значение температуры с превышением в 20 градусов. Достигнув максимального порога, система пожарной безопасности незамедлительно отправит тревожный сигнал на пульт дежурного пожарной станции. Настройка датчиков производится через контрольно-пропускной блок. В комплекте каждой отдельной противопожарной системы присутствует индивидуальное руководство пользователя, где прописаны тонкости работы с приобретенной конструкцией. Тепловые пожарные извещатели, как уже говорилось выше, не следует размещать в комнатах с резкими перепадами температуры. При правильной установке и своевременной проверке пожарная сигнализация сможет прослужить не один год. Несмотря на широкий выбор готовых изделий, некоторые умельцы предпочитают сделать датчик температуры для сигнализации своими руками. Технически это несложная задача для тех, кто дружит с паяльником и разбирается в электрических схемах. Наиболее простой способ – это использование терморезистора или полупроводниковых элементов, которые реагируют на изменение температуры с помощью колебаний сопротивления или увеличения силы тока. К сожалению, эти элементы трудно поддаются настройке на заданные температурные режимы, поэтому не гарантируется их надежное и точное срабатывание в случае возгорания. Проще использовать в схеме уже готовые термодатчики, например, LM335, предназначенный для использования в быту, LM235, выпускаемый для нужд промышленности, в схему помимо термодатчика подсоединяют потенциометр для настройки аппаратуры, реле, индикаторы, блок питания, корпус, для размещения и крепления схемы. Выводы. Датчик изменения температурных данных играет особо важную роль в точности реагирования целой системы первичных средств пожаротушения. Именно установка качественного оборудования для оповещения и запуска всей системы способствует избеганию серьезных последствий или крупного ущерба при возникновении пожара. Запомните, что своевременное оповещение о возгорании способствует спасению не только имущества, но и человеческих жизней. Предмет можно восстановить или заменить, а вот пострадавший человек уже не воскреснет. В надежде на чудо не экономьте на установке качественного датчика температуры для сигнализации. Есть вопросы? Пишите в комментарии к видео. Мы с радостью на них ответим. И не забудьте подписаться на наш канал, поставить лайк и дернуть колокольчик. Тогда информация о выходе нового полезного видео не пройдет мимо вас. Будьте в безопасности.